Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна, и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Это серьезные и ответственные люди, всегда руководствующиеся здравым смыслом. Они относятся к числу тех, кто стремится построить лучший и более справедливый мир. Именно в спорах эти люди наживают себе максимальное количество злейших врагов, хотя в повседневной жизни они спокойны и не агрессивны. От душевного мятежа многие приходят к религии. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Представителей этого имени невозможно заставить изменить свои принципы с моральными убеждениями, ведь они свято верят в свою правоту. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.